Данное повышение сотрудники Уралкаля почувствуют уже с 1 апреля 2015 года. Если до этого лимит скидки на питание составлял 1995 рублей в месяц на одного работника, то с апреля месяца эта сумма составит 2800 рублей. Всего на компенсацию затрат на питание своих сотрудников по группе Уралкалий в 2015 году будет направлено свыше 220 миллионов рублей. Директор по персоналу компании Уралкалий Руслан Ильясов отметил, организация корпоративного питания является важным направлением социальной политики Уралкалия. Компания заинтересована, чтобы сотрудники были обеспечены вкусным и доступным питанием в течение рабочего дня. Компенсация части затрат на питание входит в социальный пакет, предоставляемый компанией. Каждый сотрудник Уралкалия получает 70% скидку от стоимости блюд в корпоративных столовых и буфетах. Всего на объектах группы Уралкалия работает 16 столовых и 14 буфетов, в которых организовано питание сотрудников компании.